Шотландии, который посвящался Международному женскому дню. Этот год также не исключение. Накануне такого замечательного праздника наши женщины вместе с мужчинами, работающими в строительном комбинате панельного домостроения, проявят свою ловкость, выносливость и смекалку. Встречайте наших участников. Yeah!
То есть в течение 6 конкурсов. За первый конкурс команда «Капитошка» получила 1 балл, команда «Смайлик» тоже 1 балл. Получила 1 балл, команда «Смайлики» 2 балла. Ура! Секундное задание, парни. Команда «Капитошка» получила 2 балла, команда «Смайлики» 1. И «Украни», парни, тоже были первыми. «Капитошка», они получают 2 балла, «Смайлики» 1 балл. Быстрее оказались смайлики. Они получают 2 балла. За последний конкурс «Лиса Алиса» и «Кот Базилио» ввиду сложившейся ситуации. Thank you.
спортсмены, но время оказалось быстрее их и подошло к концу, к сожалению. Итак, напомню, после первого тура наших соревнований счет был 9-9. Затем был конкурс «Резко на новый вклад», в котором, собственно, не то резко не вытянули, не резко, как оказывается, остались на огороде. Счет 1-1. В конкурсе матрешки, конечно же, все это заметили, что победила команда «Капитошки». Ловишки, все хвостики оборвали, конечно же, капитошки. Конечно. Победила дружба, но победила команда капитошки со счетом 4-го детского сада. Вы своим примером показываете, наверное, всему району, не только своим двум коллективам, но также всему району, что каким должны быть члены коллектива. Дружные, сплоченные, участливые, понимающие друг друга, помогающие друг другу. Просто, я не знаю, я обожаю свой коллектив и считаю, что коллектив 4-го детского сада самый лучший. А с такими шефами, как КПД, нам просто невероятно повезло. И мы счастливы, и мы, так сказать, с радостью используем этот момент, что вы у нас есть. Мы гордимся, что у нас такие замечательные шефы. Это и юбилей показал, и вообще вот на протяжении всего я работаю... Моя работа, так сказать, 7 лет, но на протяжении этих 7 лет я чувствую поддержку КПД. Поддержку учреждения, поддержку сотрудников. И даже просто вот такие мероприятия, как говорится, за здоровый лад життя, за здоровый образ жизни двух коллективов, это дорогого стоит и многое значит. Вот. А сейчас мне хотелось бы поздравить с почетным вторым местом команду «Капитошки». Начнем. Thank you.
огромное вам спасибо, что вы нашли время, и возможность поприсутствовать сегодня на нашем таком спортивном празднике. Я вас всех поздравляю, женщин поздравляю с наступающим женским днем. Желаю вам цвести и процветать, любить и быть любимыми. Чтобы у вас всегда в семьях было все хорошо и замечательно, полной чашей. Чтобы вы с удовольствием шли на работу, а еще с большим удовольствием бежали домой, чтобы вас там ждали, любили и ценили. И на работе творческих успехов и всяческих побед.